Работы по благоустройству сквера в Кубинке у памятника «Павшим за Родину» проинспектировал глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов вместе с муниципальными депутатами. На сегодняшний день на стройке задействованы 17 человек и 3 единицы техники. Первый этап благоустройства сквера завершится уже в августе. После реконструкции площадь станет комфортным местом для прогулок и тихого отдыха. Территория будет замощена качественной плиткой. Появятся удобные тротуары, современные скамейки, светильники, деревянный подиум из лиственницы.